Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 182 на странице 79. Рабочей тетради по русскому языку для 4 класса автора Канакиной. Рассмотрите рисунок, как бы вы его подписали. Составьте текст по рисунку. Запишите составленный текст. Этот рисунок и текст можно озаглавить «Поход». Вот и закончился учебный год. Начались летние каникулы. Ребята отправились отдыхать за город. На берегу реки поставили палатку. Мальчики достали удочки и сели на берег рыбачить. Девочки взяли корзинки и пошли в лес собирать ягоды. Как хорошо на природе. Запишем некоторые предложения. Ребята отправились за город. На берегу реки поставили палатку. Мальчики сели на берег рыбачить. Девочки пошли в лес собирать ягоды. Как хорошо на природе. Восклицательный знак. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.